плавные движения, синхронный танец. На сцене артисты Государственного театра и студенты. В зале звучат новогодние хиты. Пока в оригинале, но скоро сказка оживет. На сцене драмтеатра выступит оркестр Минобороны. Концерт от главного штаба Вооруженных сил Приднестровья. Будем играть, будет красота. Вот, допустим, Свиридова «Вальс метель». Это ж, вот, кстати, будет снежок сверху у нас на сцене сыпаться, а мы будем это играть. А еще будут в белых платьичках наши красивые, будут этот вальс танцевать. Люди сидят в зале, они вот как будто побывали, да, вот они как будто побывали в этом царстве. Концерты 11 и 12 января. Оркестр исполнит 17 номеров. Это отрывки из наших и зарубежных песен. Будет классика, джаз и современные хиты. У нас есть новогодние песни, у нас также «Призрак оперы». С нами еще участвуют танцевальные коллективы. Вот. Попурри на песни Лепса. Попурри зарубежных песен. Также исполняют песню «Дельтаплан» Леонтьева. Наверное, знаете, «Между нами память и туман, ты как во сне». Старая очень добрая песня, но я думаю, что даже молодежь ее знает. Вместе с музыкантами выступят артисты театра, еще студия хореографии «Айна» и театр моды «Миллениум». Приготовили и сюрпризы. Январская вьюга зазвенит не только за окном. Вьюга, она, знаете, как бы вот звенит, вот, пожалуйста, вот посмотрите уже все. Намело прямо, прямо под концерт. И я могу, наверное, открыть тайну, что самой песней этой известной, которая, название которой висит на афишах, ее не будет. Зато будет вьюга звенеть во всем, понимаете? Потому что мы делаем все так, чтобы этот замечательнейший концерт, я уверен, что он будет замечательнейший, просто звенел еще долго в наших ушах и, главное, в наших сердцах. Концерт уже на этой неделе. Оркестр выступит в четверг и пятницу. Это 11 и 12 января. Начало в 18:00. Билетов осталось немного.